Здравствуйте, друзья! А вы замечаете, что скоро Новый год? Практически через месяц уже наступит Новый год. Уже начинают торговые центры как-то подготавливать к Новому году, ставят елки, украшают все. А вот какого-то новогоднего настроения пока что еще не получается, да? У меня вот, например, за окном вообще больше на весну похоже, плюс 3, хотя уже должно быть минус. Вот, у меня есть такое предложение. Давайте создадим новогоднее настроение себе сами. Соберемся все желающие в отдельную группу и поучим всякие новогодние песенки. Ну, Джингл Беллс, само собой, возможно, маленькой елочки, наверное, какие-то из мультиков из советских, типа «Елочка, елка, лесной аромат», или там «Говорят под Новый год, что не пожелается», вот что-то такое. Ну, вы и свои предложения внесете. Вот, и давайте, например, там раз в 4 дня или там раз в 5 дней как договоримся, будем учить какую-то новую песенку, играть ее. Вот. И сами себе создадим Новый год. Как вам такая затея?